Легенды хип-хопа, прокачанные во всех смыслах, подняли москвичей на уши бронебойным концертом. История и популярность Оникс в России уникальна. В 90-х эти парни были настолько популярны, что эти четыре буквы украшали чуть ли не каждую подворотню. При этом их клипы не показывали по телевизору, пиратские кассеты переписывались на магнитофонах и передавались друг другу. Мы говорили и говорим о хип-хопе, о нашей культуре. Мы пытались заставить людей обратить на нее внимание. Особенно так называемых людей высшего класса, потому что это все, что у нас было. Музыка Джеймса Брауна, например, это тоже своеобразный хип-хоп. Это наша культура, культура темнокожих. И настоящий хип-хоп родился на улице. Теперь хип-хоп принадлежит всему миру, и настоящий хип-хоп не измеряется деньгами. Эти парни бросали вызов всем, никогда не шли на компромиссы и не подстраивались под систему. Они просто создали свою. Те, кто слушали их, с гордостью получали по лицу от металлистов. А знаете, что самое главное? Все в этом мире хотят счастья. Каким бы крутым ты ни был, все желают одного – быть счастливым. А мы сумасшедшие, чего мы только не делали. Многие, очень многие считали нас чокнутыми. С момента основания группы прошло больше 20 лет, и мало кто смог добиться того, что есть у Оникс. Та сумасшедшая энергия, которая буквально взрывает зал. Их музыка — это концентрированная агрессия, сгусток злобы. И даже сейчас они остались верны себе. Да, я думаю, Россия готова к хип-хопу. В 90-е у вас творился такой же беспредел, как и у нас. Поэтому мы во многом понимаем друг друга. И несмотря на то, что лучшие хиты «Оникс» были написаны уже много лет назад, их концерты до сих пор — это невероятное сумасшествие. MTV wanted to play my video. They scared to death, motherfuckers trying to ban me. I'm the one that told them to shut down a Grammy.